22.02.13.07.2018, обновлено, 13.6 13 июля 2018 года 16.322 Москва, 13 июля, РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретит с вице-президентом Судана Омаром Аль-Баширом до финала чемпиона мира по футболу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в пятницу. Будет. До финала. Предположительно, да, будет для журналистов, ред, сказал Песков. На вопрос о том, будет ли Путин встречаться с президентом Судана, который хотел встретиться с российским лидером во время своей поездки на чемпионат мира. Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве. Решетка Владимир Путин, решетка Судан, решетка Россия.